Вчерашний первый в этом сезоне снегопад превратился сегодня в стихию. В областном центре снег идет не переставая. И если в парках и скверах можно наслаждаться сказочной картиной, все деревья будто нарядились в белые платья, то проезжая часть города больше ассоциируется с кошмаром. Выйти из общественного транспорта, не промочив ноги, удалось немногим. Но на этом водная ловушка не заканчивалась. На остановках приходилось уворачиваться от брызг автомобилей, а пешеходные переходы буквально переплывать. Снежное месиво и лужи под ногами сегодня стали спутниками результата. Ноги у меня очень мокрые, потому что город снегом завалило, не чистят, и поэтому промокают ноги сильно. Недовольными остались рязанцы и сугробами на платных парковках. После вчерашнего снегопада парковки в центре города оказались неубранными. Сегодняшние осадки еще больше осложнили ситуацию. Между тем, в мэрии ранее отмечали, что парковаться можно только на размеченных местах. Но выйдя из машины, водитель оказывался в луже. А невозможность припарковать автомобиль согласно разметке, тем не менее, от оплаты не освобождает. А парковка платная, снег не чистит, возмутительно. Что делать? Непонятно. Региональное управление МЧС в связи с непогодой перешло в режим повышенной готовности. Спасатели организовали штаб по контролю за складывающейся обстановкой и взаимодействию с региональными министерствами и ведомствами. Из-за непогоды в Рязанской области без света остаются более 5000 человек в разных районах региона. Последствия удара стихии устраняют 20 ремонтных бригад. Из Тульской области в помощь направлены 3 аварийно-восстановительные бригады МРСК Центра и Приволжья. Объекты ТЭК и ЖКХ работают пока в штатном режиме. На текущие сутки прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления: снег, мокрый снег, дождь. Вызов стихии бросила и рязанским коммунальщикам. На борьбу с последствиями снегопада, обрушившегося на Рязань, было выведено более 50 единиц спецтехники. В ночь сегодня на улице города было задействовано 62 единицы техники. Это прежде всего 27 комбинированных машин, которые разбрасывали песко-соляную смесь, подметали и сваливали снег в отвал. Механизированной уборке подлежат 766 улиц города. Первостепенное внимание уделяется расчистке центральных магистралей, мест остановок общественного транспорта, спусков и подъемов. Дирекция благоустройства города вывезла сегодня ночью к месту складирования 364 кубических метров снега. Вывоз снега будет продолжен сегодня ночью. Помимо центральной улицы Ленина, Соборной улицы, вывоз будет осуществляться с улицы Первомайский проспект, с улицы Свободы. По данным синоптиков, снегопад продолжится до конца суток завтрашнего дня. Специалисты говорят, что в центральную Россию пришла метеорологическая зима. Алена Куклева, Юлия Пятницкого, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».